Яркий дебют автомобиля, который по дизайну сравнивают с гепардом в прыжке. Этот красавец способен разогнаться до 100 км в час за 10 секунд. Быстрый маневренный Geely Atlas всем своим видом отвечает на вопрос, как китайскому автопрому удается захватить российский рынок. Все больше и больше автомобилей китайской промышленности появляются у нас на дорогах нашего города. Вот. И, соответственно, водители видят то, что люди эксплуатируют, да, китайские автомобили. И, соответственно, возникают вопросы. Они приезжают к нам, мы даем вразумительные ответы на эти вопросы. И они становятся обладателями наших автомобилей. По случаю старта продаж потенциальные покупатели получили подарки от автоцентра. Многие из них укротили строптивого Geely на тест-драйве. Задние датчики парковки, сигнализация при экстренном торможении, удерживание автомобиля в подъеме, климат-контроль, полный привод, 4 ВД. Стоимость Geely Atlas начинается от 1 029 990 рублей и до 1 389 990 рублей. Новый кроссовер уже можно встретить в столице края. Остановив выбор на Geely Atlas, вы точно не останетесь без внимания на дороге. В связи с выходом новой модели Geely Atlas стартовала распродажа Geely X7 по привлекательной цене.